этого, когда мы с родителями ездим на море. Ведь там много медуз, можно их половить и покупаться. У меня счастливое детство – это когда просыпаешься и сразу же сидишь в телефоне. И никто тебе не говорит: быстро убери телефон и одевайся в школу. Я счастлива, когда хожу по магазинам, примеряю сногсшибательные наряды. Мое счастливое детство – это когда мне впервые подарили кошку. Счастье для меня – это провести выходные с родными и близкими. Например, пойти с ними в парк.